Просто я смотрю, что вот по бизнес-истории, если, ну, если смотреть официальную биографию, в 98-м году... Не читайте газеты. Московит был создан, да, в 98-м году? Нет, 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 в 88-м. В 88-м? В 88-м. Это мы с Юздовичем Кобзоном. Вот просто, чтобы не быть голословным, показываю официально... Нет, что я не перепутал. В 1998 году перебрался в Москву, где создал Московит. 80... Ошибка, да? Да, 88. Сейчас все ошибки будем исправлять. Главное у нас не ошибиться с животным. У нас по формату вот, мы пристраиваем бездомных. Это кто? Сима. Сима? Да. Это девочка? Вот девочку мы пристроим сегодня, Симу. У нее нет хозяина, хозяйки. Может быть, к концу эфира кто-нибудь прозвонит и захочет ее взять. У нас такая миссия. У каждого своя миссия. Кто-то вскрывается. За прирученных мы несем ответ. Да. Ответ. Это тоже классика. Так, давай тогда прям чуть-чуть просто вернемся к официальной биографии, потому что начинается она с того, что по одной версии Киселев родился в Ленинграде, по другой на Западной Украине. Вот давай прямо сейчас и... Дело в том, что мне немножко тяжело это говорить, потому что в силу того, что я вырос в детдоме, у меня какая-то такая, прямо скажем, запутанная часть первых 6-9 лет, что меня мотало из Ленинграда в Хмельницкий такой город, из Хмельницкого в Ленинград. Поэтому у меня на самом деле и не у кого, самое главное, не на кого облокотиться, чтобы что-либо узнать. А я думал, что детдомовские должны друг на друга. Вот есть еще один детдомовский, Роман Аркадьевич Абрамович. Ну, чему повезло больше. Нет, у меня получился такой обрез. Обрез в этом. Опять-таки повторяю, среды нет, потому что все-таки очень важна среда. Когда есть среда, ты имеешь возможность получить чью-то информацию. А когда ты находишься как... перст один, то не от кого подкрепиться, подобрать информацию и что-то вспомнить от другой точки зрения. Поэтому я получился один и не от кого подкрепиться. Понятно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».